Всем привет, это канал Китка ТВ, и я продолжаю стремиться к девятой арене в Clash Royale. Давайте для начала откроем сундуки. Так, ну из бесплатного всякая фигня, наверное. Ну да, как всегда, ничего нормального. И золотой. Так, денежки, Тесла, гоблины, лучницы, ледяной голем. Короче, тоже ничего нужного. И давайте, собственно говоря, в бой пойдем. Так, против нас 8-й левел. Давайте подождем, пока он на его ходу, короче, подождем. Стоит маг, ничего не остается, кроме как литку поставить. Где мой маг вообще, мой маг? Где он? О, а ну ничего, мы сейчас легко одефимся. И вот так вот. Все, одефлись. Ему хороший урон нанесли. Четыре стаж. Он меня вот это всегда бесил. Он меня бесит просто. Ой, я не знаю даже против него кого ставить. А, элитку, я знаю, она хорошо его. Так, и против этого королевского Коргига. Короче, Коргига. И вот так вот. Ярость, 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 быстрей! Беги! Не-не-не, беги! У него сейчас нету, наверное, эликсира, ему не о чем дыхаться, да. Гоблинская уже не успеет долететь, ну ладно. Он прямо злой. Почему спасибо, то что он практически отдал нам вышку. Поржем. Кинем еще гоблинскую. Ой, криво кинул, ну ладно. Не, не ладно, потому что вот это сейчас... Да, я просто это поставил. Против этого громовежца даже скелетики работают, реально. Вот так вот легко контрить. Сейчас точно так же сделан, только еще плюс маг будет. Ну, улитки жизни немного отнимется. Ой, он обхитрил, капец. Так, Оргик, не стреляй туда. А, ну ладно, он уже. Скелетики, да быстрее, вы что вот такие долгие-то? Так. О, один раз ударил, хорошо. Давай, простая башня, бей-бей-бей. Так, бревно. Да, даже если он не будет даваться гоблинской, может просто будет еще три раза бревно кинуть, и все. Еще можно его гоблинской обхитрить, в угол кинуть, но все равно громовежец их достанет. Так, поставим на деф эту. А вот этот Дакор Гига не достает? Да ладно. О, сейчас прям бревно будет такое. Всех хорошо жизнь, так это. И все, просто сейчас все ставим, ну как бы самое дешевенькое. И просто ждем бревна. Все, бревно, бревна, ждем и все. И все, просто бревно. Пожелаем ему удачи и кидаем бревно, все. Победа. О, плюс 31 аж. Странно, это на трофеи, знаете, бывает 30 дают, 31, 26, то вообще мало, то 29. Это каким образом? Это на рандом или что-то зависит? Ну, я думаю, на рандом, потому что бывает я на 3 корон сташу, мне один раз даже 26 дали. Всё, лишь кубков. А бывает, я одну сташу еле-еле, и мне дают по 30. Ну, по 30 это вообще чаще всего мне попадается. Так, и опять что-то с интернетом. Что-то когда я дохожу до 2500, с интернетом что-то случается. Второй, да ладно. Ты чё? Ну ничего. Сейчас элитка быстро доделает его. Где наша ярость? Она мне вообще-то нужна. Так, поставим сюда мага. Так, и бревно.
Ой, какой шарик был мощный, жалко. Жалко, фаербол кинул, так все хорошо было. Ну ладно, гоблинскую надо было докинуть. Ну ладно уж. Как-то так быстрее-быстрее. Да, гоблины прямо хорошо справились. Так, он опять то же самое делает. Да, в прошлый раз нам надавал его гигант под ярость. А теперь он просто магой вот это поставил. Сейчас сложно не будет. А, зря скелетика поставил, ну ладно. Против мушки это, кстати, хорошо, скелетики работают. Легко контрить. Ах, жалко, сейчас бы. Хотя одна тычка не так уж и много бы дала, на самом деле. Так, сейчас надо валькирию не подпустить. Когда я подпускаешь, это плохо, потому что она так сильно урона наносит. Бомбежку? Да ладно. И сейчас мало кто использует. Ой, давайте скелетики. Ой, то есть гоблины. Так. Мы поставим адску на деф. Ну, хотя можно было не ставить, лучше бы гиганта дождались. Ну ладно, сейчас. Так, вот так вот сделаем. Хотя зря, надо было все на эту сторону акцент делать. И сейчас я просто знаю, что с ними делать. Просто вот так. И всех в это торнадо, и просто маг сейчас на одну тычку тоже дал. Это хорошо. И закон эту... Мушкетка дурацкая, что ты делаешь-то? Ах ты, ё-моё. Ну, жесть какая. Да, тяжело. Надеюсь, ничья будет хоть. Проигрывать неохот. Да, блин, убить вы эту мушкетку. Да чё ты такая? Стреляет. Ну все, это проигрыш. Блин, карты надо прокачивать, они у меня слабенькие. Ну ничего, плюс один трофей. А, нет, плюс два трофея. В прошлый раз плюс 31 вроде дали трофей, по-моему. А сейчас минус 29. Плюс два трофея. Понимаете, насколько это хорошо? Просто шикарно. Жалко. С Инферно тяжело бороться. Колдуна. Все-таки надо гоблинское вынести это Инферно, а то на меня дровосек. Так, быстрее. Варвары элитные, да. О, хорошо, отвлекли его. И сейчас этого. Так, жалко, не успел нормально скинуть. И давай. Поставь. Да бревно, катись-то. Да чё он так долго катится-то? Пока он докатится, всех уже убью. Давай, сделай тычку. Хорошо. Ну, одна тычка уже сделана, пока мы побеждаем. Сколько у нее сейчас элика? Наверное, поменьше, чем у меня. Адскую. Так, ну гоблинскую чисто для адской надо будет хранить. Не, ну пока можно ее запускать и открывать не буду, только вариант. Вот на двойном уже гоблинскую для адской надо беречь будет. Только против адской использовать. А то мы до вышки не дойдем. Куда ты побежал, ты дровосек? Ух ты, ё-моё, как он бьет быстро, тихо, угомонись. Хацкая сейчас все испортит. Еще армия скелетиков сейчас, он поставит ее. А, бревно. Ты, ё-моё, не так кинул. Ну ничего. Давай, маг, давай. Раз, два, три. Три тычки, хорошо. И адская. Интернет. Интернет, работай, пожалуйста. Да ё-моё, что с ним? Да интернет, блин, да работай ты. Ё-моё, да что с интернетом было?
О, жесть-то какая. Что с интернетом? Я не понимаю. Блин. Что за жесть происходит? Где музыка? Сейчас по-хитрому сделаем. Интернет работает. А, дровосек. Мне все-таки хочу выиграть. Давай, давай, давай. Ну, сделай тычку-то, маг. Быстрее, быстрее. Да беги. Ах, ё-моё. Да, это ничья. Да, ну, в принципе, я буду на этом заканчивать. Если бы интернет был нормальный, я бы еще несколько боев сыграл. Ну, я уже опытный, я знаю, если он плохо работает, то он и дальше так будет работать, и мы за него будем проигрывать. И все будут беситься. Так что, всем до встречи, всем пока, увидимся в следующих сериях.